На самом деле там тоже ничего сделать. Ну, конечно, не сравнить. У меня там племянница. Не сравнить. Не, он не нажимает, он просто показывает каждому из себя, что посмотрел в зеркало. Да. Зеркальце, конечно. Я помню, когда мы были мелкие, и мы жили, ну я в классе налешниками учился. И, короче, у них не было, разбилось зеркало. И нам нужно было побриться вечером, когда нифига не видно было. И зеркала не было. Как бы, типа, как, ну, как бриться? Представляешь, ты не видишь себя, а тебе нужно видеть свое лицо. Так, ну, побриваешься, фоткаешь себя, смотришь, что получилось, и бреешься дальше. На ощупь. На ощупь, конечно. Ну, вот, допустим, у меня нереально. Я уже, когда бреюсь, я уже на автомате. Да, ну, у тебя просто, понимаешь, у меня нереально, вот, допустим, из-за этого. Криво. Давай, когда мы закажем, тогда снимай.